Приветствую. Коннор, я давно тебя жду. Пройдешься со мной? Этот девиант – интригующий случай. Как жаль, что не удалось поймать. Я согласен. Я плохо подхожу для этого расследования. Вам следует найти мне замену. Ты что-нибудь выяснил? На стенах квартиры были рисунки, лабиринты и другие символы. Как и другие девианты, он говорил о неком Эра-9. А еще? Я нашел его дневник, но он зашифрован. Расшифровка займет недели. Ты ведь уже почти поймал этого девианта. Как складываются твои отношения с Андерсоном? Он был благодарен, когда я спас его на крыше. Он ничего не сказал, но выразил это по-своему. У нас совсем мало времени. Девиация распространяется. Скоро информация о ней просочится к журналистам. Надо это прекратить. Любой ценой. Я обязательно раскрою это дело. Я вас не подведу. Вот новый случай. Бери Андерсона и все выясни. Лейтенант Андерсон! Вы дома? Лейтенант Андерсон! Тихо! Сумо! Я твой друг! Видишь? Знаю твое имя. Пришел спасти хозяина. Лейтенант! Эй, очнитесь!
Это я, Коннор! Я приведу вас в трезвое состояние. Эй, ты! К сожалению, отвали, может быть неприятно. Сраный андроид! Пошел нахер отсюда! Приношу извинения, вы мне нужны. Заранее благодарю за сотрудничество. Да вали ты нахер отсюда! Сама? Пас! Ну-ка! Пас его! Все, я сейчас сблюю. Да отстань от меня уже, урод! Никуда я с тобой не пойду. Ты что затеял-то, а? О, нет-нет-нет, я не хочу купаться, спасибо. Простите, лейтенант. Это ради вашего блага. Выключай! Выключай! А ты тут откуда взялся? 43 минуты назад сообщили об убийстве. Я не нашел вас по барам и решил поискать дома. Господи, я, наверное, единственный коп в мире, на которого напал в собственном доме собственный сраный андроид. Ты можешь оставить меня в покое? У вас явно личные проблемы. Вам следует обратиться за помощью к специалисту. Отвали, ясно? Катись отсюда нахрен! Я вас понял. Дело не особенно интересное. В секс-клубе в центре города убили клиента. Думаю, они там без нас разберутся. Но мне сейчас не помешает проветриться. Там в шкафу чистая одежда. Я принесу. Что хотите надеть? Да похрен. Все в порядке, лейтенант? Ага, просто чудесно. Ты бы сгинул на 5 минут. Слушаюсь. Сегодня, выступая перед Конгрессом, президент Уоррен озвучила предупреждение России, потребовав, чтобы все российские войска в Арктике были немедленно отозваны. Кремль пока не дал ответа, но явно имеет место эскалация конфликта. Многие эксперты заговорили о призраке Третьей мировой войны, который подступает все ближе.
Извините, что разбил окно. Я думал, на вас напали. Конечно, Киберлайф возместит ущерб. Да уж, счет пришлю, не сомневайтесь. Что вы делали с пистолетом? Играл в рулетку. Считаешь выстрелы в висок. Не досчитал я, короче, отрубился. Повезло. Следующий был бы смертельный. Не волнуйся, Сумо. Я ненадолго.